нельзя. Но тут очень напряженная игра, согласитесь со мной. Матч просто огонь. Ира выживет или нет? Выживет. Не-не-не, там он за столбом вокруг Ахмамуца пытается уйти. Кира вроде бы ушел пока что. Вист, лечи, и Блюдов бежит сюда. Ой-ой-ой, проблема у Виста. Ниндзя прилетел с ультом, попал по двоим. Беймейдж в ульте, сейчас можно слить Беймейджа. Слить Беймейджа нужно, Виста слили. Слить помпу, пацаны, и Ниндзя. Прыг-скок сюда, давай вниз. Вот, правильно, сразу вдвоем слили, красавцы. Ну, равные хунцы практически. Ну, Мамуца чуть больше, чем у Ниндзя. Кира и Блюдов одинаковые. Хила нет, Рэнгибитера и Харп против Ниндзя, но у Ниндзя есть путь. В одного решил слить шамана. Может быть, и сейчас и прав. Сейчас Ниндзя, кстати, а может и нет. Дротики не попадает, шаман уходит, будет хилиться на F1 сверху. В это время тут Мамут пытается забить Киру. Ниндзя из Лиза стан не попадет. Сейчас не попадет. Снизу отхиливается Флютер в это время. Понимаете, он там на F1 сейчас снизу, да, находится. А Мамут тянет время. Вот сейчас надо срочно сливать Мамутца, иначе будет беда. На спину сливают спину. Сам Мамут справляется с этим. Ну и, в общем, по-моему, Биелон вытягивает эту карту. Да, они вдвоем сейчас будут очень аккуратно играть и будут пытаться, да, даже не пытаться, а вытащат. Ниндзя? Лол, ниндзя. Это будет, наверное, один из лучших раундов недели, если ниндзя вытащит. Вот честно могу вам сказать. Смотрите, что он ударяет. Не попал, Харп, не попал снова, а энергия будет важна. Да, в принципе, она равная сейчас. 18-22, у Ниндзя больше, Ниндзя берет энергию. И можно побить сейчас Флютера. Так, у Ниндзя уже преимущество. Смотрите, что вытворяет этот Ранит. Так, вот, я вот честно не верил, что можно взять 1-2 против Флютера, учитывая ту ситуацию. Но он еще не взял, но, по крайней мере, перевел даже игру с преимуществом себе. Вот, поэтому уже стоит сказать, что Ниндзя очень крут. На F1 оба хилятся на F1. Там случайно не возрождение идет сверху, там нету никаких группиков, нет, хилится. Флютер, ниндзя, полный инвиз, сразу транс от Флютера, дротики в холостую, бомба тоже в холостую сейчас была, транс там сейчас перезагрузится и все-таки что спасет. А, вот четко, надо было чуть-чуть вот тут подождать, вот у краешка застанить можно было, чтобы... Но все равно четко ниндзя вроде вывозит раунд. Ниндзя, вывози, завози капусту, ниндзя! Лучший раунд недели, друзья, лучший раунд недели. Официальный сайт игры BLC.ru, официальный сайт турнира BLC Star Ladder TV, партнер дисциплины Innova Systems. Главный технологический партнер корпорации Intel, генеральный партнер компании Asus, партнер трансляции Twitch TV, игровой центр Киев Киберспорт Арена. Это Star Ladder TV.